Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем летсплей по Шарараму. Так, там злобыри что-то у нас нарисованы. А, но нет, у нас урок утраченной магии. Класс. Не думал, что сегодня будет что-то новенькое. Окошко со злобырями все-таки. Сходи в гости, собери фиалки, накопи смешинки. А, прогони чернушек на мюре и заработай смешинки, ясно. Какие призы в этот раз? Ага. Светильник крошек. Я думал, спутник такой прикольный. Интересно. А стикер с яблочком и сюрприз. Но сейчас не об этом. А, меняйся. Смотрите, можно поменять образ. А, уши, улыбка, глаза. Прикольно. Уши, улыбка, глаза. Дальше. Второй вариант. В общем, такие злые какие-то они, да? Не, второй злой, первый такой какой-то ехидный. А третий глаза и нос. Ха. Уши в подарок. А четвертый глаза, нос, улыбка. Но у меня что-то похожее, по-моему, есть. Да? Ясно. Даже не знаю, стоит ли что-то брать. А что вы скажете? Второй вариант, в принципе, такой прикольный. Можно попробовать, да? Давайте второй куплю. Третий как-то вроде бы такой какой-то грустный, обиженный, такой просящий, вот как тот котик. А, ну и это тоже куплю, вдруг там чего-то не было. А, плащ агента, ну это понятно, подарок карте. Так, давайте я сразу попробую все-таки поменять вот этот образ свой. Так, как же его поменять? Уши, рога. Нет, глаза. Где ж они? А, вот они такие, да? И такие вот у меня тоже есть. Не пойму. Надо как это? А, нет, нет. Еще раз посмотреть. Да, вот эти я купил, а, с коричневыми бровями. Привет, привет. Так, да, вот это оно. Теперь нужно нос. Или что? А, или это у меня теперь такое есть, я не пойму. Там у нас уши, улыбка и глаза, да? То есть, а зачем мне вообще уши? Ха-ха, тут куча ушей. О, ха-ха-ха. Рога такие, да? Это мое. Ну, как-то не знаю. Что поставить? Вот такое. Так, ладно. Уши, улыбка. Улыбка. А нос? Блин. Капец, короче. Тут можно выбирать, не перевыбирать. Я никогда тут особо не лазил. Но в последнее время часто. Часто вот здесь что-то новенькое возникает. И сразу вот хочется опробовать. Нос, наверное, такой вот, да? Правда, теперь прикид не очень под это все дело. Ага, нужно поменять, да? Ну так ничего, образ сгодится. Ладно, идем в школу магов. А здесь у нас почтальон Патрик и урок волшебных марок. А знаешь, как работает наша почта? Магия приклеивает волшебные марки, и письма сами летят по миру. Но что-то пошло не так. И марки потеряли свои способности. А пройди урок и помоги вернуть им волшебную силу. Ответь на все вопросы и получи зачет и подарок. Костюм почтальона. Ага, прикольно. Тоже неплохой костюм такой. Надеюсь, мы его получим. А пройди по веревочкам и отметь, какая страна выпустила первую почтовую марку. А, итак, пин.
Где ж ты, куда идешь? Великобритания, да? Там вообще много чего первого было. Такая развитая страна. Есть, правильно. А сосчитай, какие их фигур больше и отметь. А какая форма была у первой марки мыса Доброй Надежды? По логике, может, не знаю, треугольная, нет? Но это так, по логике, давайте считать. Красных... Так, тут у нас не цвет, а фигуры именно. Нас путают, да? Форма у первой марки. А, так, круги. Один. А, два. Три всего насчитал. Дальше квадраты. А, квадратики. Так, один. Нас путают здесь, переворачивают их. Два. Три. Вроде бы и все. А треугольничка вижу много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. То есть однозначно треугольники, я был прав. А, ну и овалы. 1, 2, 3. Короче, всех по 3 треугольника в 11. Естественно, вот так, да? А к 400-му юбилею польской почты выпустили необычные марки. А замени числа на буквы и напиши, из какого материала их сделали. А, интересно, из какого их материала сделали? Из кожи. А, все гораздо проще из шелка. Марки из шелка, интересно. А, марки перевертыши, самые редкие в мире. Убери все буквы, которые стоят вверх ногами, и напиши, как называется марка с перевернутым аэропланом. Итак, убираем буквы. Д. А Ж может быть перевернута, а может и нет, наша одинаковая, да? А, пробуем. Дж. Н то же самое. Дженни. Не, может что угодно быть. Блин. Так. А, ну, вы знаете, я даже проверил, почитал. А, все правильно. Дженни это называется. А, 1918 году выпустили. По-моему. Вот поэтому такая редкая она. Сейчас, во всяком случае. А в 2013 году выпустили марки, которые вкусом и запахом напоминают шоколад. А составь слово из буквы и напиши, какая страна их придумала. А, так, 7 букв. Шоколада. Так, страна. Бельгия. О, подходит, Бельгия. Не видишь, не видишь название, потом раз, осенило. Бельгия. А почтовый мах клеил марку и оторвал кусочек. Отметь обрывок, подходящий к этой марке. Так, у нас шарам карта. А, нужно просто правильный кусочек подобрать. Первый. Снизу подходит, сверху нет. Второй вообще нигде не подходит. Третий вариант наш. Вот так. А, пройдись по радуге и напиши, какое заклинание нужно произнести, чтобы марка доставила письмо по правильному адресу. Пройдись по радуге. Интересно. А, не совсем понимаю, но вот начинается радуга с красного. Здесь три буквы красного цвета. Как мне начинать вообще? Так, каждый охотник знает, где сидит фазан, да? А, точнее, не знает, а желает знать. Так, блин, что делать? Я в шоке. В растерянности, точнее. Давайте предположим, что начинается с М. Так, ну, с красного. Так, М, потом оранжевый. По-любому должна быть гласная. Их две всего оранжевых. А, каждый охотник желает знать. Дальше желтый. Мол. Дальше зеленый. Мола. Так. Дальше. Голубой. Синий. Так, допустим.
и фиолетовых. Молайоз. Не знаю, короче, вообще. Да, каша получилась. Получается, если убрать все серые буквы, их здесь всего лишь 5, остаются все остальные цветные. Получается, их нужно, наверное, использовать все, а не просто 7 букв, как бы, по цвету радуги. Итак, начинаем еще раз с буквы М. Получается, наверное, нужно... Смотрите, сначала 3 красных, потом дальше по цветам как бы все составлять. Ну вот, мар... Так, оранжевый, каждый охотник, 2 оранжевых, Марко, желтый, так, Марко, улетай, ну, заклинаний же нет, это Марко, а так Марко, улетай, улетатимус, там, как что-то такое. Уле. Так, каждый охотник желает знать. Зеленых всего 2. Уле. Та. Дальше. Всего лишь 1 голубенькая. Улетай. Две синих. Улетай. Улетай то. Улетай то ус. Не улетай то су, а ус, да? Обалдеть. Как можно такое придумать? И это правильно. Ура, к Маркам вернулась их волшебная сила. Теперь все письма дойдут до адресатов. Ищи вот костюм почтальона. Красиво, наверное, я его переодену уже в следующем нашем выпуске. О, второй уровень даже. Мага поднял. Круто. Сто лет, сто зим. А костюм не в сейф падает, а сразу мне в гардероб. Так, да? А как же марки? Что с марками? Марки, марки. Все нормально с марками. Так, ну что ж, друзья, на этом буду закругляться. А сегодня у меня нет времени на сообщения там и так далее, к сожалению. Надеюсь, следующий раз будет. Надеюсь, кому-то с этим уроком помог. Если вам нравится наш летсплей, не забудьте поставить лайк, пишите комментарии. Ну и оставайтесь с нами. Пока-пока.